древний и новый праздник труда, который к тому же демонстрирует красоту обычаев и традиций народа. Если перевести сабантуй на русский, получится праздник плуга. Как и в древности, к сабантую готовится долго и тщательно, но и результат получается на славу. Всевозможные спортивные состязания, угощения, концертные номера. Гостеприимные татары на своем празднике ждут всех самарцев. Прикоснемся к татарской культуре и мы. История сабантуя насчитывает больше 1000 лет. Считается, праздник связан с культом земледелия. Люди старались задобрить духов плодородия и просили богатого урожая. В старину сабантуй отмечали перед началом посевной, а впоследствии стали уже по окончании весенних полевых работ. Широко распространен сабантуй не только у татар, но и башкир. Похожие праздники есть и у других коренных народов Поволжья. На протяжении многих веков он считался любимым народным праздником, поэтому и сегодня традиция здравствует и процветает. Сабантуй на самарской земле отмечается 27-й раз вот новейшей истории. Последний раз он отмечался, насколько я знаю, в 14-м году перед Первой мировой войной. Вот до этих событий. А вот сейчас 27-й праздник, 27-й раз мы отмечаем новейшей истории. Он проходил в разных местах, на стадионе «Металлург», на ипподроме, которого сейчас уже нет, ипподрома. И 20-й раз проходит в парке имени Детском, парк имени Юрия Гагарина. Здесь все очень располагает празднику. На сабантуе не смолкают песни. Яркое музыкальное творчество – непременный атрибут. Главная концертная площадка – сцена «Ракушка у озера», над которой поднимают флаг сабантуя. Когда-то именно татарская община отремонтировала понтон, где сегодня танцуют и поют. Сабантуй еще и торжество здоровья и спорта. Некоторые этнографы называют его аналогом греческих олимпийских игр. Традиционно эпицентр всего действа – состязание настоящих батыров в татарской башкирской национальной борьбе «Кюреш». У кочевых народов в старину это соревнование проявлялось как схватка всадников, когда каждый пытался стащить соперника с седла, схватив его за пояс руками. Сегодня батыры обходятся без коней. Вид спорта, не включающий борьбу ногами, уже приобрел популярность всемирную и более общее название – борьба на поясах. Борьба кюреш – это национальный вид борьбы, который культивируется только в Казани и Башкирии. А борьба на поясах, она в 128 странах мира ее культивируют. Этот вид спорта представлен был на универсиаде. Соответственно, как бы этот спорт двигают. А борьба кюреш – это национальный вид борьбы, на котором участвуют только представители Башкирии и Татарии. Она немногим отличается от борьбы на поясах. То же самый бросок через себя без подножек. Есть как бы несколько версий. Есть с подножками и без подножек. Но вот на борьбе сабантуй проводится борьба без подножек, чистый бросок. Все ребята, которые участвовали здесь, у них серьезная подготовка. Есть мастера спорта по вольной борьбе, по греко-римской, по самбо, по дзюдо. Есть некоторые, которые именно специально по национальной борьбе тренируются. Это вот такие, как правило, это представители Татарии и Башкирии. У них есть национальные секции по этому виду спорта. На сабантуе не важен возраст. Спортсмены соревнуются в весовых категориях. В этом году среди самых легких лучшим стал 16-летний ученик самарской школы Яктылык. А вот главный приз сабантуя не только денежный, но и живой. А по традиции лучшему батыру дарят настоящего барана, уехал в Татарстан, в Заинск. Забрал его чемпион России Радик Салахов. Как рассказывает победитель, это уже 5-й баран, выигранный на сабантуях в этом году. Секрет успеха в регулярных тренировках и верности традициям предков. На сабантуях уж из покон веков она приходит, борется по этой борьбе. И мы сейчас уж продолжаем это. Мне кажется, уж каждый мужчина должен уметь бороться по национальной борьбе. Богатырскую силу демонстрируют не только борцы. Все желающие могут попробовать себя в гиревом спорте. За 5 минут нужно как можно больше раз поднять снаряд весом 24 килограмма. И тут рекордами удивляют гости из Заинска. Причем опыт берет верх над молодостью. 86 раз гиря взметнулась ввысь в руках Рафиса Гатина. В Татарстане, гиревой спорт включен
во все сабантуи. У нас в городе тоже у меня юноши, взрослые, все поднимают уж гири, выступают, ветераны тоже. Гиревой спорт как бы второй вид спорта. Первая борьба кюреш у нас, ну, а потом уж гиревой спорт идет тоже, да. Это демонстрирует силовая выносливость, во-первых. Во-вторых, возрастные категории, вот мне, например, 48 лет, я еще в такой форме нахожусь, и молодые, и все поднимают, и показывают свою силу уж, кто больше поднимет гири, там, за минуту, за две, вот здесь за пять минут. Молодежь приходит, смотрит же, вот здесь у вас вообще смотрят очень много, у нас и то не так, все увлеченно смотрят, это подбадривает, конечно. Праздник гремит по всему парку. В национальных соревнованиях и играх участники даже самые маленькие. Детская площадка буквально бурлит. Сабантуй удивляет разнообразием и изобретательностью. Из традиционного перетягивания каната или палки маленькие самарцы входят в спортивный азарт. Взрослым предлагают на скорость переносить воду в ведрах, положив на плечи коромысла. А вот бег в мешках популярен у всех возрастов. Мне праздник нравится. Сабантуй я люблю. Это мой самый любимый праздник. И вот чтобы почувствовать себя как раньше, вот ребенком, у нас же, мы же зациклены всегда на своих эмоциях. Вот, чтобы почувствовать себя ребенком, я сегодня во всех мероприятиях буду участвовать. Однако сегодня возникают и новые традиции. Конкурсы модернизируют, делают еще более веселыми и дружными. Самые распространенные конкурсы, которые проводятся именно вот нашей организации, на нашей площадке, сегодня это будет разбивание горшка с завязанными глазами. Чульмяк вату по-татарски, а также срезание призов с завязанными глазами. Дети, ну вот как мы наблюдаем сегодня, взрослые очень полюбили этот конкурс. Также ждут такие народные национальные конкурсы, как залезть лицом в катек. Это такой кисломолочный продукт наподобие кефира. Ну, татарское именно название катек. Очень многие соглашаются, их ждут ценные призы, а также бег с коромыслом. С водой, да, наполненными, это тоже именно национальный элемент. Вот, ну, конечно, некоторые конкурсы уже более, так сказать, современные, скажем так, модернизированные. Ну и какой же праздник без угощений? Под сенью деревьев развернулся национальный пир. Всех гостей угощали блюдами татарской кухни. Ароматом манит разнообразный шашлык из говядины, баранины, конины. И, конечно, море сладостей. Кроме татарского меда, различные мучные изделия. Самое известное – татарский чак-чак. В старину это блюдо подавали исключительно по особым праздникам. Приготовление чак-чака занимает немало времени. Процесс трудоемкий. И к тому же мед и яйца – основные ингредиенты, издревле были продуктами недешевыми. Сегодня же сладкие кусочки теста – одна из любимейших сладостей не только татар и башкир, но и всех самарцев. На Сабантуе можно встретить и аналог чак-чака, но размерами повнушительней – татарский баурсак. Баурсак – это традиционное татарское блюдо, с которым невеста встречает жениха и родителей жениха. То есть у нас баурсаки делаются по 8 килограмм, по 10 килограмм на большом подносе, угощаются все гости. Без него не обходится ни одна татарская свадьба. Баурсак делают, яйца замораживаются изначально, вот, потом добавляется туда мука, и все, катается и выпекается. Ну, я бы сказала, это похоже на чак-чак в увеличенном виде, но он более воздушный, как кукурузные палочки, но делается из пшеничной муки. Еще одно блюдо традиционное, которое сегодня в промышленных масштабах производят и в Самаре – маленькие сладкие пирамидки. Талкыш-каляве – необычный десерт, буквально тает во рту и по вкусу чем-то напоминает сладкую вату, но с ароматом душистого меда. История талкыш-каляве уходит в глубину веков. Вообще это идет из древности, очень давно это блюдо. Оно очень... У нас есть книга 1800-го даже года, кулинарная книга, там даже есть этот рецепт. То есть мы его отыскали и решили как бы ввести все это в пользование. Изготавливается это из натурального липового меда, это ручной труд, изготавливается мужчинами, потому что женщинам это нереально вытянуть просто вручную. Карамель, потому что в горячем виде вытягивается до мелких-мелких волокон. Вот. Это очень вкусное блюдо. Во-первых, это натуральное блюдо, то есть всего лишь 4 компонента. Топленое масло, мука, сахар и мед. Мед липовый натуральный. Однако ж национальный праздник не просто веселое развлечение. В Самарском регионе живут более 127 тысяч татар, и 90 тысяч из них – горожане. А в мегаполисах сохранить традиции, язык и культуру предков не так-то просто. Сабантуй – повод вспомнить о корнях. Самое главное, конечно, это
сохранение языка и культуры своего народа. Потому что вот в свое время, когда я родился в городе, здесь, в Самаре, и когда мы росли, тогда не было там татарских школ, чтобы-то преподавали. А все это происходило, вот, передавалось, то, что живы были наши старики, дедушки, бабушки, которые дома разговаривали. Сейчас, конечно, намного уже проще. Есть татарская школа, вы прекрасно знаете. Патриотизмом и уважением к ветеранам Великой Отечественной войны наполнен праздник в этом году. Его посвятили 70-летию Победы. Ветеранов чествуют на главной сцене. Им поздравления и самые теплые слова. Их вклад в многонациональную великую победу советского народа трудно переоценить. Среди героев Советского Союза 161 представитель татарского народа. В этом году мы особо трепетно и нежно отнеслись к тем нашим соплеменникам, которые действительно причастны вот к событиям 41-45 годов. Они, кто-то воевал, кто-то дети фронта, кто-то работал в тылу. И, конечно же, для них этот праздник 70-летия Победы особо значим, особо ценный. У нас вообще, у восточных людей принято уважать старших по возрасту. А вот сегодня, в день нашего Сабантуя праздника, мы постарались, чтобы эти чувства были вдвойне, втройне, как бы они были ярки и заметны, особенно для подрастающих поколений. Годы Великой Отечественной войны показали вот этот весь героизм, патриотизм, сплоченность нашего народа. И в первую очередь, это сплоченность всех национальностей. Как говорится, в борьбе, тогда пусть это будет Советский Союз, сейчас это Россия. Поэтому я думаю, что у нас хорошее будущее. Сегодня Сабантуй уже можно назвать общегородским праздником, любимым сотнями тысяч самарцев, независимо от национальной принадлежности. Здесь под татарские мелодии в пляс пускаются все. Ощутимое сердцем атмосфера дружбы и единения царит в парке Гагарина. И на лицах каждого непременная улыбка. Каждый год посещаем этот праздник регулярно. Собираемся, встречаемся с родными, друзьями, родственниками. Как обычай такой, традиции наши. Я сама плясунья. Люблю плясать. Вот мне так нравится плясать. Музыка сама себя зажигающая. Музыка и вот эти пляски любим. Сама хоть и выросла в русской деревне, а татарский все знаю. А детишки мои разговаривают на татарском языке. Вот внучка у меня сейчас, вот она меня Абикой называет. Хотя сноха у меня русская. Прекрасно, когда рядом есть друзья, готовые поделиться частичкой своей души, частичкой своей неповторимой, богатой, многовековой культуры. Научить чему-то очень важному. Все мы россияне. Общая у нас родина, говорят участники и гости Сабантуя. Ежегодно на праздник приходит порядка 25-30 тысяч самарцев.